20 февраля вступает в силу ряд изменений, которые касаются оплаты проезда в общественном транспорте Чебоксар. Главное и не для всех приятная новость. Стоимость проезда повысится на 2 рубля. Но есть вариант сэкономить. Оплачивать поездки с помощью карт ЕТК и Сбербанка. Здесь цены приятнее. Маршрутка 18 рублей, троллейбус 13, а автобус 14. Экономия существенная – 4 рубля. По данным столичной администрации, практически все перевозчики установили терминалы для безналичной оплаты. За наличные поднимется это в первую очередь это привлечение пассажиропотока на применение безналичной оплаты проезда, что является удобством для граждан при взаиморасчете с пассажиром, с водителем транспортного средства. Также обеспечит безопасность перевозки пассажиров. То есть водителю не приходится считать, рассчитывать пассажира. Карточку приложить, и произошел взаиморасчет, и, соответственно, дается кассовый чек. Еще одно нововведение. У школьников и студентов появится льготный проездной. Его стоимость составит 500 рублей вместо 700.